Перед началом нашего крутого видеоролика, я хочу поздравить всех своих подписчиков и зрителей моего YouTube-канала с наступающей Пасхой. Удачи, а мы погнали к нашему крутому видеоролику. Челлендж. В игре метель. Прохождение второй главы. И получение маски клоуна. Вперед. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Нужно поскорее найти выход. Что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был?
Ну, вроде все на месте. Твою же! Что там шумишь? Кто там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Черт возьми! Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Выполнен. Хорошая работа. Спасибо за просмотр. Лайк и подписка на канал. Счастливые Пасхи. До свидания.